Всем доброго времени суток, с вами Елена и моя котле на момент покупки. Очень хочется, чтобы получилось видео покупки в бутонах до полного распуска. Такая красота. Ну вот. Распустилась моя коклея, которую я покупала на удачу, не зная, что это будет за цветок, как она процветет. Покупала ее 17 числа в среду, сегодня 23 вторник. Посмотрите, какая красавица распустилась. Вот этот цветок раскрылся первым. Почему-то он вот так губу. Знаете, когда покупаешь на удачку, гляньте, какая у нее губа, вообще нереальная. Все равно есть такое чувство волнения. Мне было очень интересно, когда она начала уже надувать бутоны. Я думаю, ой-ой, неужели такую же купила, как до этого? Но она оказалась совсем другой. Боже мой, все-таки коклея. Это восхитительный цветок. Гляньте, как красиво. Вот эти два бутона открылись уже сегодня полностью. Она ароматная. Она очень сильно пахнет. Пахнет, знаете, весной. Вот когда вот эти весенние цветы. Господи. Аж что-то среднее между фрезией, гиацинтом. Вот такой какой-то аромат, но очень приятный. Ну, вот такая красавица. Боялась, что будет такая же точно, как у меня есть. Нет. Они разные. Каждая прекрасна по-своему. Потрясающе красивая. Я очень-очень рада. Вот. В полном распуске. Очень интересно теперь, сколько она будет держать эти свои цветы. Ну, вот такая у меня красавица. А всем большое спасибо. Всего всем доброго. Радуйте себя, удивляйте, берегите себя и своих близких. Не болейте, болеть сейчас совсем нельзя. До новых видео. Пока-пока.